Geralt of Rivia, The Witcher. Я приветствую всех и каждого с вами, Бади. Продолжаем проходить маг Дикая Охота. Перерыв между сериями я немножко побегал здесь по Ксенфурту, попродал всякую ненужную лабуду, в частности продал всякие записки, которые нам не нужны, броню. Не продавал вот эти вещи, потому что хочу продать их какому-нибудь кузнецу, который даст мне за них много денежек. Например, вот этот меч стоит 468. Ну, конечно, купит у меня его рублей за 20, как обычно это бывает. Но начнем эту серию с того, что поменяем прическу как-то, я так понял. Ни мне, никому она особо не нравится, поэтому мы ее поменяем. Мое почтение. У тебя есть бритва? Так. Давайте. Узел на затылке. Сбрить все, оставить конский хвост. Какой свободно подстричь? Это он сам выберет мне прическу? Ой, господи, это что за... Devil May Cry 4. Что за эльф-мятежник? Вот почему бы сразу не посмотреть, да, вариант? То есть нужно гадать, что у тебя там получится. Вообще не вариант, честно говоря. Давай попробуем. Короче, все попробуем, потратимся, но попробуем все прически. В принципе, то, что и было, да? Давай посмотрим последнюю и уже определимся. Господи, да что вы из него такого уродца какого-то делаете? Ну-ка. Это получается то, что у меня было, когда я сюда пришел, да? Я правильно понимаю? Вот, давайте вот это оставим и все. Вот это нормальная прическа. Может, бородку ему какую-нибудь зафигарить. О, о, вот он наш Геральт. Отлично, отлично. Бывай. Вот он, Брутал. Вот это у тебя знакомый, да, персонаж нам? Все, уходим. Так, ну что ж, давайте отправимся теперь куда? А вот куда мы сами отправимся. Давайте посмотрим вот эту часть Оксенфурта. Может, там какой-то будет, не знаю, какой-нибудь, может быть, квестик или еще что-то. Просто пробежимся быстренько. Если там ничего интересного, то, соответственно, уйдем сразу же. А вдруг там какой-нибудь квестик завалялся или еще что-то? Давайте. Да, конечно, только вот просто остановиться так на мосту и смотреть вдаль. Вместе с этим пареньком. И уже хорошо. Держись, да? От меня подальше. Ну, он, конечно, не очень доброжелательный, но... Он мост, а мы через него... А, мы через него переходили, да. Все верно. Так, ну что у вас... В этой части этого острова? Что-то... А, ну понятно, там, скорее всего, я туда пойду по какому-нибудь квесту, потому что пока меня туда не пускают. Книжки жгут. Варвары. Одно мое слово, и ты пойдешь на дыбу. Давай спросим, что здесь написано. Из-за продолжающего военных действий все факультеты для Оксенфуртской академии закрыты. Все студенты зачислены, за исключением философов. Ну понятно. Не пустите, да? Не путайся тут! Я понял. Но не особо-то и не хотелось. Ну ладно, вот мы так вот быстро эту местность изучили. И проблем с этим, в принципе, у нас нет. Так, ну что ж, теперь давайте подумаем, куда нам дальше с вами отправиться. Я бы хотел, наверное, по вот этим вопросикам отправиться. Как я и говорил, пару серий им потратить на них. И перейти уже на вот этот остров. Потому что здесь, во-первых, связанное с сюжетным заданием, связанное с ведьмами. А во-вторых, здесь вот какая территория неисследованная, вот из какой-то лагерь военный явно. Давайте, наверное, так и сделаем.
Поэтому что, мы отправляемся. Так, ближайшего точки никакого перемещения нет. Я думаю, может быстрее будет сюда переместиться. Потом переплыть. Да нет, наверное, пробежимся. А здесь можно лучше позвать? Да, можно, что же туплю-то. Я же плотва по мне уже скучаешь, я давно уже не скакал. Давай по основной дороге. Дороги, челядь. Ну, в принципе, план наметил я себе нормальный. То есть, закроем, во-первых, много вопросиков, они все рядом. Поэтому кто-то плакал, там мне показалось. А, просто чихает. Вперед, плотва. Так, я надеюсь, сейчас не задену, вы на меня не обидитесь. Не шали. Хорошо. И закроем много вопросиков, возможно, найдем там какой-нибудь из камней силы, да, немножко подпрокачаться. А так, в принципе, не спеша, все идет у нас по плану. Единственное, что очень обидно, что время не могу уделить много игре. Играю урывками. Последнюю серию записывал 2 дня назад. Так хочется прям сесть и прям играть. Ну да ладно. Что имеем, что называется, то и ведем. Так, как мне теперь туда отправиться? Надо через этот лагерек как-то поскакать, чтобы на пересеченку выйти. А вот тут мы, наверное, свернем. Тут уже, что называется, опасность подстерегает под каждым углом. Что интересного? На просторах Оксенфуртских. При Оксенфуртских. Явно что-нибудь будет в воде. Так, вроде ничего, никаких зверек. Это и хорошо, и одновременно опустевшее селение. Ага, вон и зверюки пошли. Там утопцы. Ну, давай его зачищать. Что у нас от утопцев там хорошо, неплохо. Картечь. И, наверное... Так, северный ветер, да? Да. Так, масло от трупоедов. Хотя, может быть, уже было намазано. Так, игни. Ну, на всякий случай поставим. Картечь. Все, давайте вспоминать управление. Я уже подзабылся. Ну и здесь можно будет, кстати, возможно, появятся и люди, как в одном заселении. Вновь вернем привычное состояние. Эй, утопцы. Эй, уроды. Пока не буду картечь использовать. Тихо. Не тот дядька у меня стоит. Потихоньку. И остался один нехороший утопец. Иди сюда, мой маленький. Буду немножко убивать тебя. А, двое там. Угу, вижу. Не рычи, я сам злой. Хорошо. Ну, в принципе, с утопцами я уже обвыкся. Нахер куда посложнее в этом плане. Именно как групповой противник, они более агрессивные, более непредсказуемые. Более быстрые, что ли. Ну что, засвободили селение, и что у нас тут появилось? У нас появилось... Барчик появился. Давайте соберем все, что мы тут заработали честным трудом. Крестьянин вон. Ну, в принципе, здесь больше-то особо искать нечего, да? В воде ничего не вижу. Да и так, в принципе, пособирать особо нечего. Кроме старой шкуры. Ну, вот здесь, в принципе, можно поторговать. Сейчас заглянем сначала сюда. Опять наберем всякого хламья. И все продадим. Я предлагаю, наверное, кузнеца не искать.
а все продать сразу этому купцу, пускай по дешевке, но зато освободить свой вес. И инвентарь в первую очередь. Покажи. Ну, у него тут все ингредиенты различного порядка. Так, сколько ты за мне даешь? 5? Давай, продадим. Вот это, ну, это продадим. Продадим. Это не будем продавать. Это тоже не будем продавать. Это тоже не будем продавать. Продадим всякую такую мусору конкретную. Ну, в принципе, все. Хотя нет, виноват. Вот у нас еще тут. Он сослужил нам неплохую службу. Так, а почему у нас вечер, я не понял? Я же вроде утром должен был быть. Да здравствуй, да здравствуй. Ну ладно, я думаю, еще пару вопросиков до вечера мы закроем. Так, вот здесь аж два вопроса. Интересно. Плевать, меня пошли тянет, посмотрим, что там. Жратвы. Вроде как совсем недалеко, поэтому пробегусь пешком. Ветерок поднимается. Ух ты. Гнездо. Гнездо чего? Гнездо кого? Комнату поеду, да? Тогда оставляю все то же самое. Сразу гнезду. Сразу гнездо гнезду. Бури, надо его уничтожить. И не забудь его осмотреть. Ну, что, Гули? А, тут сразу два гнезда, вот оно в чем вопрос. Пошли тогда к следующему. Обход. Ах, и гнусный же ты. Хорошо. Пошли ко второму гнезду. Там тоже гули. Пошли. Пока лучше главное гнездо убить, остальное все уже. Конечно, еще можно от них уйти. Вижу. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Отлично. Просто великолепно. Все, работаем. Многовато вас, ребята. Так, к сожалению, надо отвлечься. Так, не вовремя, конечно, мне позвонили, как обычно. Но ничего не поделаешь. Так, сколько у вас осталось-то? Иди сюда, мой маленький. Иди сюда, не убегай. Какая, видишь, какой прекрасный закат. И еще один, да? Просто надо их завалить уже, чтобы гнезда спокойно обыскать. Еще один остался. Я просто истребитель. Раньше эти гули побаивался, честно говоря, в первые периоды развития нашего персонажа. Но теперь я просто щелкаю их как. Еще что ли? Откуда он взялся-то? Ну иди, вылази, ну, раз вылез. Отхватил. Головешку отрубил ему. Эффектно. Ух, зеленый мутаген с ним собрал. Это был самый злой, наверное, гуль из местных. Так, ну давай теперь по гнездам пробежимся. Они тут обосновались возле катапульты. Давай соты возьмем, вот что они здесь. Может быть, что-нибудь хорошее дадите мне в этом гнезде. Так, где гнездо-то? Что-то его 10 раз отбежу. Ух ты, золотой перс, ну ты костный мозг. Ну такое все.
Не сказать, что удивительно особенно. А еще что ли? Тут прям какое-то место всяких гадов. Хотя пчел нельзя назвать гадами. Кстати, знаете, что если пчел на земле не будет, то очень большие проблемы с продовольствием будут. Поэтому пчел надо любить. Ну что ж, все. А, когда я картечь использовал, интересно, что-то я не помню, что я картечь использовал. Ну ладно. Так, давайте смотреть новые задания на текущую серию. И мы, наверное, вот так вот и пойдем по краешку. Да? Я думаю, эти три вопросика мы еще успеем захватить. Пока ночь не вступит в свои владения. Так, Платва, не дюжи мне, уважаемому воину, бегать на своих двоих по этой дистанции. Так, давайте что-нибудь перекусим. Рыбки, например. Так, слышу какую-то гадость. И Платва. Причем много их. Ух, смотри, сколько всякой гадости меня окружает. Ладно, пойдем. А вот что за интересный камнепад тут? Прямо Стоунхендж. Ладно, пошли в нужную нам точку. Волку, да, нахрен мне не нужно волку. Вас дофига, толку от вас нету. Так, это бандюки? Нет, не гарцы. Там волки, ребят. Будете драться? Драться будете, нет? Деритесь. Подставил пареньков немного. Ну ладно, это их работа. Такой ерундой заниматься. Спрятанное сокровище. А кто его охраняет? Судя по всему, никто. Записка Нильгарца, и появилось задание. Давай, почитаем. Так, сюжетка, да? Ну, читайте. Я читаю вместе с вами. Найти потерянный сундук. Его охраняют утопцы. Да, что у нас по мячу? Не осталось масла трупоеда, соответственно, мы его используем. И что, идем в бой? Хотел поджечь. Может, еще успею? Главное себя не взорвать. Получилось, но не так, как я хотел бы. Хотя он тебе двое горят. Тихо, тихо. Или они умерли? О, мне кто-то помогает. Там сзади стрелы летят. Это не гарцы. Вот что значит дружить с ним гарцы. О, еще один. А, блин, опять отвлечься придется. Так, продолжаем. Слушай, не в гарце там, ух ты, блин, отвлекся. Топя там нормально. Ох, как красиво они мне постреляют. Да что ж такое, не на того центрируется. Центрируется на том, который в земле. Так, ты последний, тварь, иди сюда. Сюда подошел. Ну вот смотри, под землю где-то ползает. Ты будешь вылазить, нет, гад? Неудачно ты вылез, друг. Ну что ж могу сказать, спасибо Нильгарцам за помощь. Огромное. Я на них волков натравил, они мне еще и с утопцами помогли. Ну что могу сказать, ребята? Пацаны вообще ребята. Так, а мы что-то должны здесь найти. Судя по всему, вот это, а? Слиток 2 метрита. Самая, наверное, ценная вещь. Ну что, задание, в принципе, было несложное, да? Давайте будем честны. Так, а мы давайте отправляться к следующей точке. И следующая точка у нас, наверное, вот этот интересный город. Ну, не городок, но какое-то огороженное место.
Давай туда и отправимся. Правда, темновато уже. Думаю, может переночевать. Давайте туда сходим и там переночуем. Логики вещей надо ночевать где-нибудь хотя бы. Где можно жопу преклонить. Какой-нибудь скамеечке. Параллельно. А, здесь какой-то фортик, да, небольшой такой. Опустевшее селение. Кто тут, гули? Ну, я думаю, проблем у нас не будет. Нашли какой-то интересный. Почти получилось задумано. Хорошо. Тут много колосупов вот здесь. Вот тут только, вот так они уже опасны, честно говоря. Все? Чистенько, хорошо. Нет, там еще остались, но по крайней мере с этими разобрались. Очень похоже на коломницу, да? Альгуль. Это какой-то здоровый паренек, да? Он... Ух ты, блядь, ты откуда взялся? Как-то быстро преодолел эту дистанцию. Неплохо. Так, вот Альгуль мне уже не нравится. Определенно. Надо к нему подготовиться. Северный ветер. Давай, что поставим, что есть. Хорошо. Давай, Альгуль. Как альфа-самец, да, получается? Так ты... О, ты вон что творишь, да? Вон что ты творишь, да. Тихо. Не понял, почему я не могу это сделать в бою. Эй. Что-то я к Альгулю-то не подготовился. Совершенно не подготовился я к нему. И маслом, да, я сейчас не намажусь. Так, что у нас по полученный урон повышает сопротивление урона. Каждый убитый противник. Нет. Всего химические зелья может использовать один комнатный раз. С каждым противником установлен. Нет. Фиговые зелья, короче, честно говоря. Получает мощность знаков. Иди сюда, тварь. Сразу давайте поставим воду. Горячий слот. Что я, честно, не ожидал, что такого сопротивления даст. Он нормально отнимает. Где вода у нас? Воду где? Вот так. Блин, это сделал. Привычки. Иди сюда, тварь. Смотри, что делают. Убегают от меня. Или заманивают. Блин, промахнулся. Ну что, паскуда? Что нельзя сделать в бою, так я не понял. Я нажимаю огнем его.
Слушай, я так понимаю, огонь ему так себе, да? Или ранит? Нет, не ранит. Ну-ка, хер. Вот, арт на него действует лучше. Хорошо. Осталось чуть-чуть. Не ори, я сам боюсь. Хорошо. Познакомились с новым обитателем бестиария. И заселили это селение. Простите за тавтологию, что называется. Здесь не гарцы. Здесь, кстати, могут быть и кузнецы, и еще кто-то, нет? Причем мы тут воевали, аж день настал, пока мы это делали. Вот что мы собрали с Агуля. Давайте с остальных все пособираем. Ну и растения, соответственно, какие-то здесь есть. Кровостой, по-моему, такой, не помню. Можно, конечно. Что за глупый вопрос? Так, что здесь могу еще собрать? Давайте быстро пробежимся. Хотя я сомневаюсь, что мы найдем здесь что-то стоящее. Дай дорогу. Честно говоря. Нильгарцы сюда зашли. Должны были мне минимум косарик дать. За услугу. Ладно, давайте поторгуемся. Покупать будете ли? Че смотреть, давай продаваться. Покажи мне свой товар. Так, вот такая штука у меня. Давай пока оставим, поговорим попозже. Кольцо. Можно разобрать на составные части. Не вижу смысла. Так, а что у тебя есть интересного? Ну, вот эти камнишки есть хорошие. Выбить разновесие, вызвать горение. Что-нибудь есть больше 2%, нет? Пробитие доспеха. Ну, кстати, так, знаете, можно делать мечи, допустим, в один меч засовывать все связанное там с, допустим, с мощностью знаков, да? Например, вот этот меч засунуть себе. Все связанное там с мощностью знаков, и он будет специально для каких-нибудь уродов здесь тоже что-нибудь запихать. В принципе, можно так вот оставлять, варьировать мечи. Можно. Ладно. Прощай. Здесь мы закончили, наступило утро. Давайте пополним здоровье и пойдем к следующему интересному месту. Мимо вот этой, получается, точки по дороге вот сюда. Чуть я буду над своих двоих. Платва, давай сюда. Большой корабль, кстати, на него, так понимаю, можно поплыть. Давай, Платва. Так, это вот то селение, которое было на карте. Это просто горящий дом, да, получается? Такой небольшой портик. Что-то можно здесь взять? Нет, здесь просто точку быстрого перемещения. Возможно, внутри можно чем-то поживиться. Давай попробуем, почему нет. Может, что-то интересное найдем. Бляха, сандалик, как нашел, интересно. Платва, иди сюда, спасай меня. Тут воровать не надо, короче. Все, не стали обижаться. Вперед, Платва! Ну и слава богу, здесь горящая гора трупов. А мы идем дальше. Так, утопцы. Не торопись. Сегодня просто день утопцев. Давайте по старой системе. Кстати, давайте почитаем про Агуля. Кому это интересно. Вот так вот он выглядит. Против него масло и акси. Вот на него что нужно было. Вот что на него нужно было. Ну, почитали, да? Хорошо. Будем знать. Так, масло против трупоедов. А у нас намазано, да? Да. Поэтому смысла нету.
Ну чё, уроды? Нападай по одному. Много вас тут, правда? О, вот кто такой? Утопец. А, понятно, что-то так удивился, как будто... Просто он какой-то особый. Поэтому я и удивился. Да, он такой усиленный утопец. Утопец-модификатор. Я думаю, мы с ними справимся без проблем. Гопники, гопники, гопники. Хорошо, остался ты один, мой друг. Не могу сказать, что сердечко. Только что-то он так маленько как-то себя повел, странно, как будто блевану сюда. Ну хорошо, мы с ними расправились. Давайте теперь собирать все, что плохо с них лежит. Сердце мы, кстати, забрали с этого утопца. Да, с каждого вида вот таких вот различного рода подвидов можно собрать разные ингредиенты. И это хорошо. Давай собирать, что тут еще есть. О, комбинезон какой-то. Рецепты волги улучшены. Много чего мы собирали, это хорошо. Давайте это все осмотрим. Давайте это все осмотрим. Так. Ну, хуже однозначно. Хуже однозначно. Хотя какой легенький. Вот так бы он был выглядел. Но нет. Все-таки показатели важны. Штанишки похуже, чем мои. По броне. Но зато он плюс 173 здоровья. А у меня? Плюс 350 здоровья. Так. 15, 19, 2 сопротивления, 2, 5. Ну, получше показателям. Мои имеется в виду. А тут здесь броня получше. Честно говоря, не вижу смысла пока это одевать. Зато эти немножко поменьше весят. Но у меня не так критично это каждый килограмм считать, чтобы из-за этого париться. Ну вот как-то так. Как-то так. Ну что ж, предлагаю на этом эту серию закончить. Геральт переночует здесь возле лодки, разобьет лагерек. И мы в следующей серии пойдем по, получается, вот этому маршруту. Перейдем сюда. Ну там сколько успеем. И затем уже пойдем потихонечку вот сюда, вот к этому селению. Здесь где-то вот в этой области сюжетное задание. Так что думаю, через серию 2 будем заниматься ведьмами. С вами был Ланбитплей. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока.